президент. С точки зрения перспектив, да, для каждой из воюющих сторон, ситуация, она безвыходная. И кто бы там в ДНР не говорил, что мы вот шапками вас закидаем, и через несколько дней будем маршировать по Киеву и погоним там правый сектор за Сян и Дон, за Сян и так далее, до Атлантики. Что бы мне говорили наши деятели о том, что они уже в Сибири скоро будут выкидать москалей из Сибири, уже загонять у Сибирь. На самом деле ситуация во время последнего военного обострения уничтожила перспективы для военных успехов, как тех и других. Не в том смысле, что кто-то какой-то участок территории не может занять. Вот с точки зрения просто населения, которое живет на этих территориях, имеет свои представления о том, что хорошо, что плохо, и которого достала уже война, и как нам говорила одна из участниц наших онлайнов, что мне все равно, откуда будут миротворцы, хоть с Марса. Уберите только эту войну. Я не хочу уже слышать, кто прав, кто виноват. Так вот, вот ошибкой было ДНР, ЛНР, вот это последнее наступление. Особенно наступление на Дебальцево. Углегорск уничтожен, Дебальцево уничтожен. Если они до этого для местного населения были как бы свои, то теперь они по своим же начали стрелять. Им нужен этот Дебальцево было. Ради каких-то амбиций захватить, выдавить. То есть чисто увлеклись чисто военной стратегией, игрой, забыв о том, что есть люди, которые, ради которых они, по крайней мере, заявляют, что они делают ради их свободы. То же самое. Вот Широкина. Последний пример, да? Широкина. То есть по поводу того, что ДНР там по Карловке, по Пасной бьет, по станице Луганской, под тем же людям, которые, в общем-то, их электорат был, да? Единомышленники. Широкина взять. Ну, пошел этот полк Азов. Там были какие-то люди. Потом полк Азов показывал свои видео о том, как их бойцы помогают людям эвакуироваться. И вот если посмотреть внимательно на выражение того мужчины и женщины, которых они показывали на видео, когда говорят, вот у нас был трехэтажный, три комнаты дома, во всех трех комнатах обвалилось. Что там муж где-то зарабатывал, купили технику, все это накрылось. То есть ситуация людей тот. Вы понимаете, что произошло? Для этих они пришли, типа освободили, да? А вот местные, после того, как стерто с лица это Широкина, как сами же сообщают бойцы пресс-центра Азова, вот местное население говорит, а что вы сюда приперлись? Лучше мы в нейтральной зоне были. Правы они или не правы, но это мелкое обывательское представление простого человека. Может, если бы они пришли, так бы и не было. Точно так же вот Углегорск, да, точно так же Донецк. В Донецкой области много городов. Может, если бы они сюда не приперлись, может быть, мы не было бы руин здесь.